И всем привет, вы пираты, с вами я Игнат, и вы на моем канале. И сегодня я буду проходить Hello Neighbor, ну или как будет по-русски, привет, сосед. И да, ребят, вы заметили то, что я разговариваю в нос. В общем, я не знаю, что со мной такое, но, видимо, я приболел, и теперь у меня заложен нос, поэтому поставьте лайки, поддержите меня, ну, пожалуйста. Но сегодня, как я уже сказал, будем играть Hello Neighbor, или как будет по-русски, привет, сосед. Да-да, вторая часть, вторая. Фух, так, ну что, вот второй акт выбираем. И да, ребят, я второй акт пройду читерским способом, потому что обычным способом я буду проходить 1000 лет. В общем, ладно. Так, мы просыпаемся в какой-то комнате. Не знаю, что это за комната. Так. Пойдем. О, кто это? О, мальчик. Ладно. Мальчик под землю ушел, либо как пошел. Просто сделайте это мемом в ТикТоке. Мальчик под землю пошел, наверное, как это пошел. Просто сделайте это мемом в ТикТоке. Все, наконец-таки. Я это сказал нормально. Кстати, а почему? Почему вот этот подвал, он закрылся, хотя я его даже не закрою, не понял, ладно. Там сосед был. Подожди, он там был? Офигеть. Так, в общем, ребят. Показываю, как нужно пройти читерским способом второй акт. Так, смотрите, в общем-то говоря, вот там у нас подвал, бежите. Потом видите лестницу, залезайте на эту платформу. И да, кстати, у меня кашель какой-то теперь другой, не обращайте внимания. В общем, залезайте по лестнице на эту платформу и на вот эту вот штуку. Теперь на вот эти вот бревнышки. Кстати, чит придумал мой брат, не я. Так, потом сюда. И потом на замочек. И потом еще один замочек. Ай-ай-ай-яй. Фу, хорошо, что я набахнул. Так, ладно, все, развлекайся. И хватит! Мне опять нужно на бату. Не понял, что? Я здесь застрял, наверное. Нет, не навеки! Я понял, не навеки! Ладно. Я, кажется, понял. Все, мы избежали. И да, кстати, ребят, я сейчас пройду чуть-чуть третий акт. Ну, чуть-чуть сейчас пройду третий акт. Поэтому вот так. Ладно. Так, давай. Сейчас этот будильничек загрузит. Так. Крутимся на своей оси. Ладно. Кстати, бак с биноклем. Смотрите, если мы смотрим, то черный экран становится. Все, видите, черный экран становится. Не понял.
разработчики, исправить. Чего? Я не знаю. Блин, ну квартирку хорошо сделать, даже вот эти вот штуки летают. Вот такие вот. Квартирка сделана хорошо. Холодильничек. Отлично, молоко, слушайте, здесь коровина. Здесь коровина сичка. Чем я это сказал? А, кстати, вы замечали, ребята, что там просто пустота, вон там. Никто мне не доставил ничего. Так, ладно, еще-то говоря. Так. Да блин. Так, смотрите, он едет по этой линии, а теперь он по другой линии едет. Почему так? Не понимаю. О, наконец-то сосед сдох. Это слава богу. И да, ребят, извините, что я кашляю, у меня сильный насморк, извините, просто. Я не знаю, какой я дебил. Потому что я простудился. Так. Что-то говоря, вот я. Кстати, ребят, а вы замечали, что сверху этого дома? Мне кажется, мы уже видели, но... Ёркуд, блин. Вот это, что? Я в эту штуку не хочу никогда видеть. Что это такое? Ребята, кто из вас знает английский, напишите в комментах перевод. А Ёркуд это что? В общем, ладно. А, кстати, что в нашей комнате? Наша комната пусто. Отлично. Так. Ну ага, к телефону подошли. Блин. Там какая-то тень. Ну, в общем, ладно, ему показалось, и он... Не понял, там тень была. Вы заметили, ребят? Там тень еще была. Проснулся. Так, а что дома света нет? Так, включаем свет. Так, где еще включать его? Вот. Вот. Что-то слабый свет. Хотя, в принципе, давай. Так. Так. Наверху, я знаю, он не включается, да? Но зато в родительской комнате, это моя комната, не дальше. А это что? Ой. Я на нее достал... Еще ладно, я не знаю, что это за фигня. Смотрите, сегодня мы будем выкидывать лампу из нашей... сегодня мы будем выкидывать нашу лампу из дома. До свидания. Ой, сосед, извини. Я тебе заплачу. Так вот. Куда лезешь, а?
тоже соседу. Соседу тоже. Я сейчас, наверное, табак. Ну ладно. Так. Что здесь вообще делать? Чайник. Чайник у меня уже есть. 3 чайника. О. Апши. Не кору добро. Не кору добро. Точно не кору добро. Не. В общем, ладно. В общем, ребят, я понял то, что я не пройду. Ну, я не буду проходить третий акт. Я его пройду в следующей. В общем, пройду его в следующей серии. Ну, а так, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. А я пошёл биться. Так, вода. О, ой, всё, ладно, вообще-то говоря, всё, пока.